Зачем побрился, дурик? Привет, привет. Привет, Германия. Здорово всем, Екатеринбург. Все здорово. На Праге второе. Так, короче, у нас сегодня такой, блядь, мешок овощей. Я их буду жарить. Сейчас чуть попозже. Сейчас сначала рыбу поставлю. И здорово. Я не буду я бороду отращивать, блядь, меня она бесит. Бесит меня борода. Рыба какая-то вонючая. Ну вот, короче, видали? Сейчас мы ее в духовочке заделаем. Вот еще одна. Дорада, да. Дорада. Сейчас в пакетах для запекания замочу ее. Угостишь. Приезжай. Так. Они ее, конечно, там чистят в магазине, но тут приходится дочищать. Придется дочистить. И лишнее пообрезать нахер. Сейчас я ей печень вырву. О. Кардио. Лучше поздно, чем никогда. Вот такой будет ответ. Да, побрился. Сковороду гриль? Я не знаю, что это такое. Но я догадываюсь, что это такое. Ну так, не знаю, мне просто гриль устраивает. Зачем мне еще сковорода? Здорово, здорово. Гриль, конечно... Если есть гриль, нахер что-то еще нужно. Так. Сейчас поотрезаю лишние плавнички. Опа. Да, конечно, тут... Ну, это один хер, где плавники. Тут жирная такая тема, но все равно несъедобная. Вот. Все, башка полетела. Ебать. Ай, блядь, нихуя себе, у нее там такие зубы. Ебать, рой. Все, башка улетела, остался вот такой кусманчик. Так, сейчас вторую. Отхерачу. Метан. Ай, блядь. Сука, палец себе уколол. Так. Опа. Сейчас, ребят, я пока не вижу. Еще одна башка полетела в никуда. Миронова. Ну, конечно, знаю Миронова. Как же не знать, Серега-то. Сегодня чутка глянул, как он там по Питеру с Дашкой гулял. Протеин продается за 85 миллионов. 85 миллионов чего? Никакого метана еще. Никакого метана.
Газ, метан. Ну если газ, то хорошо. Газ, ладно, хуй с ним, прокатим. 85 миллионов бат. Такие нехеровые тушки. Нехуевые тушки. Так, сейчас мы достанем эту, как ее называется-то. Вот эту херню, вот эту, короче. Так, пакеты. Пакеты для запекания. Какая грудка рыба сегодня. Ксюха сейчас придет в ванну. В душ. Так, пакеты. Вот пакеты. Вот два пакетика. Сейчас мы их сделаем. Так, теперь надо затяжки еще. Затяжки, где они? Ах ты, блядь. Ебана в рот. О, как раз парочку. А Бакаров красава. Да, конечно, красава. Почему не красава? Так, сейчас я еще лайм. Видео понравилось-то. Ну, Ксюха монтировала, старалась. Сейчас я Ксюхе с лаймом сделаю. Я лимоном рыбу не люблю поливать. Я без лимона. Я без лимона. Я Ксюхе с лимоном сделаю. Так. Нет, никакой сушки у меня нет. Ну, лаймик вместо лимона. Сейчас кусочками положу на рыбу. Так, приправа к рыбе. Вот какая-то есть. Возьмем вот эту сегодня приправу. Сейчас посолим, посыпем. Я и не, пока не знаю, когда следующее выступление. Мне надо вообще поднабрать бы как бы мясца бы сначала, а потом уже о выступлениях думать. Я об выступлениях не думаю. Сейчас надо набирать. Набирать. Ну где-то 112 так плюс-минус. В районе 112. Примерно. Химия. Конечно, химия. Одна химия кругом. Все химики, блядь. Здесь кругом одна химия. Так. Еще внутрь надо засыпать по-нормальному. Хорошо. Сука, приправа заканчивается. 8 часов, 8-9 примерно. 8-9 часов я сплю примерно. Так, что-то я весь в приправе весь измазался, блять, а на рыбу особо не попало. Ща. Самый важный момент, Вася. Сейчас пакеты уложу, поставлю. Из-за чего колени болеть начали на отдыхе? Из-за того, что отдых. Когда человек регулярно тренируется, очень много лет,
тренировочный как бы режим для него это норма. Когда начинается отдых, вылезают все болячки. Почему они вылезают? Потому что на отдыхе мышечный корсет слабеет, потому что вы его не поддерживаете. И вот здесь начинают все болячки. И спина, и колени, и все что угодно. А еще, если вы не хондропротектор не используете, не восстанавливаете свои суставы, то это вдвойне беда. Это вдвойная беда будет. Так, рыбка полезла в пакет. Вот так вот. Так, сейчас я туда лимончик еще накидаю. Так. Его никак не надо пить, его надо в капсулах пить, в капсулах рыбий жир, омега, омега-3, омега-6, омега-9, льняное масло, все что угодно. Сейчас столько способов этот рыбий жир выпить, хоть опейся. Так, одна готова почти. Блять, а где затяжки-то? Вот падла, куда затяжки делись? Ёбаные затяжки. Где вы, блять? Суки. Куда вы делись? Мать вашу, идти. А, вон они, поуже. Ладно. Так. Без углей? Нет, без углей вообще нельзя. Как можно без углей? Ёбнешься. Сдохнешь без углей. Надо правильные угли принимать. Так, вторая сейчас полезет в пакет. Ну уж вам решать, тот самый или не тот самый Водянов. Так, вторая. Это его брат. Да, это его брат. Это не Водянов. Водянова здесь нет. Водянова здесь нет. Всю жизнь, блин. Если ты тренируешься, нужно всю жизнь пить хондропротектор. Ты же вот тренируешься, куриную грудку ж ешь каждый день. Или там белок ешь. А почему? Хондропротекторы. Это аминокислоты, которые восстанавливают связки, хрящи, все эти ткани. Почему их нужно есть курсами? Их нужно есть всегда, если ты тренируешься. Водянова нет. Водянов все, засухарился. Так, народ, ну что, вот как это выглядит в пакетах. Видите, вот две дорады. Одна с лимонами, вторая вот так. Сейчас я их в духовку пульну. Угу. Да, Водянов в Men's Physique ушел. Его больше нет. Мы его потеряли. Опа. Так. Главное сейчас не проебать это самое, температуру. Вы даже не представляете, какая вкуснотища будет. Просто жесть. Просто мега. Дорада, блядь, духовки в пакете, это нечто. Очень крутая будет. Рекомендую. Просто бомбовая будет дорада. Очень крутая. Я посолил и специями посыпал, приправы. И на одну еще ксюхи лайм положил.
Ребят, суставы нужно всегда восстанавливать беспрерывно. Вы что едите еду, что для суставов добавки, они должны быть всегда, когда вы используете. Ой, когда вы тренируетесь. Да, когда вы не тренируетесь, тем более. Ничего в них вредного нет, потому что это аминокислоты, которые восстанавливают хрящевые ткани, связочные ткани. Поэтому их нужно есть на регулярной основе. Я постоянно пью глюкозамин, хондроитин, МСМ. Вот. Так. Ну что? Да. Будешь оперировать? Да. Давай, держи. Сейчас у нас... Сейчас Ксюха будет показывать со стороны. Вот она, красотулька. Да. Так. Я, короче, рыбу поставил. Сейчас... Огонь. Так, через минутку надо будет убавить. Сейчас буду жарить эти овощи. У нас такой мешочек овощей. Что-то кто-то не пишет ничего. Кто ничего не пишет. Может, все слетело? Подайте хоть кто-нибудь. Ничего, никаких сообщений нету. Если нету, как нет? А, все. Все нормально? Сколько человек? Они просто молчат. Там лайки просто. Они тебя увидели и залипли сразу. Слюни пускают они. Скоро, очень скоро. Че? Про карту будет. Очень скоро, да. Мне уже показываться, не буду показываться. Последний. Уж хватит нам? А? Чё шуршит? Чё шуршит? Лита шуршит. Хватит нам, нет? О, или это они... слишком много. Я не столько не съем, я тебе сразу говорю. Я да они сейчас это ужарятся. Угу. Ты кого снимаешь? А кого снимаю? Ну, процесс, они как бы не в сторону. А я снимаю это? Так. Или все? Мне кажется, они ужарятся. Жарь, жарь. Все? Ну, я не съем много. Ладно, хватит. Тогда заморожу. Что думаешь о Луховце? Кто такой? Не знаю. А сколько мы спать ложимся? Луковец. Поздно. Луковец. Можно даже сказать рано. Луковец, наверное. Да? Наверное. Луховец. Масло. А там написали Луховец. Луховец? Луховец – это деревня такая, Луховец. Илья Луковец. Полив масло. Сколько углей на наборе? Все понятно. Че? Сколько углей на наборе? Нисколько, не считаю. Просто ешь ты все. Ты соленое же любишь? Да. Соленое очень хорошо. Руки бодибилдера. О, так. Руки теплые поставить. Руки где? Вот они. Вы видели? Баночка. Это банчища, а не баночка. Банчища. Пятилитровая. Так. Все прям ого, ого пишут. А что мы будем еще есть? Что-то... Ну, в принципе, я могу догнаться углеводами какими-нибудь еще. Чуть мне кажется, здесь маловато, не ужарится сейчас. Ваня, для хорошего пищеварения не принимаешь что-либо? Кого? Для хорошего пищеварения. Что принимаю? Что-нибудь принимаешь? Да ничего не принимаю. Раз в месяц могу мизин выпить, фермент. У тебя такие же руки? У меня такие же руки, пишут. Могу поспорить, что нет. У него такие же руки? Ну, хорошо. Приезжай в инферно, померимся. У кого больше? Да, что-то молчат, лайки ставят. 61 человек. О, 61. Так, ну-ка, это что у нас там с рыбой? Нет, я не думаю выступать, это не мое. Пережить.
Не хочу там щеголять на сцене. Да, вот именно так я не хочу. Не хочу и все. Насмотрелась я на этих бикинисток. Где это? Не видела вживую еще ни одну. На кубке. На кубке. В туалете. Да их там много было везде. Блок ведете? Кого? Блок нам еще надо вести. Блок? Угу. Ведем. Приятного аппетита и спать. Спокойной ночи. Спасибо. Ваня размером с холодильник. Нет. Он больше холодильник. Холодильник размером с Ваня. Привет. Так как-то мы будем рыбу и овощи. Их вообще жарить надо? Ну, вообще, да, жарить. Там же сказали, что не надо размораживать. Это просто высыпаешься, и они там, это, сейчас пожарятся. Здесь я вижу перец, баклажан. Жаловаться будешь помидор, мне? На что? На кого? Кто будет жаловаться? Я у Вани спросил, угостит ли он рыбкой. Он сказал приезжать, и все молчит. А, да? Да. Это флорер... У нас всего две. Да. Она такая вкусная, что мы даже не поделимся. Мы такие жадные. Лично я не буду делиться. Лично я не поделюсь. Я тоже. Это я тебя копировал. Это Антоха на Мерседесе, он поймет. Я понял, да. Понял. Спасибо, спокойной ночи. Все спать ложатся, а мы только есть. Да мы тоже сегодня пораньше ляжем сейчас. Да, для нас это уже... Прогресс. Прогресс, да. Может, фильм посмотрим? Фильм? Выключай перископ, давай фильм смотрим. Слился, значит. Никаких фильмов. Потому что вставать завтра надо. Спокойной ночи, Германия. Спокойной ночи. Что-то здесь, блядь, плита что-то такая херовая. Ксюх, может, как-нибудь на шашлычки? Тебя уже приглашают. Смотри, да. А вы Аню позовете? Без меня, да? Не. Чего не? Все вместе. Я не люблю шашлыки. Вообще? Да. И куриные, и свиные? О, смотрите, какие у меня... Я люблю шашлыки. Витамины. И дали целый пакет. Тут что только... Я вот так все взял. 44 пакета. Пулю, Катюху, Димона. Катюху, Димона, ты еще кого? Еще кого позовешь? Москва. Че? Вещает. Город спрашивают. Какой? Вот. А сколько времени мы поставили? Ладно. Сколько было времени, ребят, когда мы поставили? Рыбу. А что за банка фиш? Вот это и есть рыбий жир. Да. Омега. Питер салют. Что-то, мне кажется, мало здесь овощей. Я лично много не съем их. Это уже пустая банка. Хотя, может быть, я сначала так говорю, а потом... Рыбий жир. Фиш ойл. Вот он. Вот он. Так. Раздевайся. Музыки нет. Их точно надо жарить? Вань, когда будет следующий семинар? Да, жарить. А что, варить? И сваришь ты, и что из этого получится? Я не знаю, что получится. Чили, ты в микроволновке хочешь их там? Там же написано было. Написано не размораживая, что-то. Ну еще высыпать. А что сделать? Куда высыпать? Там не было слова высыпать. Просто так надо было погрызть. Холодно. Замороженными, да. Ну, может быть, да, это более. Вань, ты можешь убить человека? Ну, когда он злой, мне кажется, он готов всех разорвать там. Ой, что-то. Семинар бесплатный будет? Бесплатный, бесплатный. Что здесь только водища есть. Ну, потому что это вода. Потому что это заморозка была. Ну, вот. Чего
Так когда будет семинар? Скоро? Да, скоро. Мы объявим об этом торжественно. Вы об этом точно узнаете. Слей ее в раковину и жарь, тебе пишут. Чего? Слить воду в раковину и жарить дальше. Да, она сама сейчас испарится. Ништяк, я буду. Давай. Ждем. По перископу семинара? Нет, не по перископу. Да, кстати, народ, перископа с тренировки больше не будет. Да. Все, заебало уже. Как-то вот так. Почему? Чего, почему? Потому что, блядь, связь не та, блядь, картинка хуевая, еще что-то там, блядь. Все, блядь, недовольны. Недоволен? Отключись, не смотри, нахуй. Вот и все. Я еще буду, блядь, свои нервы тратить на тренировки, на картинку, блядь, на то, на сё. Кому интересно, тот сидит, слушает втихаря, смотрит и записывает, блядь, или на ус мотает. Все круто, никого не слушаю, я всегда смотрю, я доволен. Но есть люди, которые недовольны. Ну, я, блядь, недоволен. Вот так и веди для тех, кто смотрит. Вот. Приватную трансляцию. Ну, приватную? Там будет, надо будет выбирать людей. Там, да, там до хера выбирают. Там это просто нереально. Поэтому я поберегу свои нервы и потренируюсь спокойно. Ну, если бы... Побыстрее. Если, например, будет хорошая связь, можно будет и потренить с... Я вообще хочу... Не хочу как бы на тренировке читать, отвлекаться. И если кому интересно саму тренировку смотреть, пусть смотрят. Один хуй все копируют, там что-то, блядь, выкладывают. И, кстати, мне это не нравится, что... Блять, на всех каналах, там уже 10 каналов уже, весь перископ уже по 10 раз. Да рада, это рыба такая. Это, блин, как-то мне не нравится это на самом деле. Поэтому надо в личный контент уходить на канал обратно. Перископ это что-то уже его тырят. Постоянно тырят его. Поставьте усилитель сигнала Wi-Fi. Он дешевый и полезный, но я всегда смотрю в любом качестве. Что за усилитель Wi-Fi? Тогда я буду приходить к вам в зал смотреть на треню. И тренироваться. Приходите. Это даже лучше, по-моему. Не, на самом деле, как бы, тренировки с этим перископом, ой-ой-ой, это вообще жесть. Было интересно за тобой наблюдать. Я полностью с вами согласна. Ну, сегодня меня это выбесило. Да, сегодня вообще Ваня был очень злой. Я аж испугалась. Зато я сел охуенно. Зато я присел вообще так, да. Ноги сейчас отваливаются. Так, что там с рыбой? Ой-ой-ой. Вообще огонь, Вася. Всему свое время. Вообще огонь, Вася. Надо сейчас на кардио включаться. Маленький адаптер, розетку вставляется в той комнате, где хочешь усилить. И чего? Ну и, в общем, Wi-Fi, видимо, усиливается и не пропадает. Как его настроить-то? Че его настраивать? Слушай, что-то здесь какая-то шляпа получается, если честно. Вообще. Ну вот. Помидоры размазались, все. Там уж правда слить. Не, на картинке красиво, а здесь что-то так. Хейтеров всегда полно. Не обращай внимания, есть люди, которые ждут этих трансляций. Воду слейте, пишет. Воду слейте? Да. Ща пойду. Там инструкция есть. Откуда с ним в комплекте. С радиатора или с блока? Вы думаете, не прочитали ее? Откуда с радиатора или с блока слить воду? Да чуть получится. Да ща нормально все будет. Он 5000 в среднем стоит. Ну вот этот усилитель сигнала. Он автоматически настраивается. Ребята, я могу настроить усилитель. Там другая проблема. Там у нас интернет, по-моему, 5 мегабит всего. На юрлицо он стоит там бешеных денег. Увеличить этот, как его, трафик, этот, или как он называется там, это просто бешеных денег стоит. Там, блядь, космос платить. Вот. И для работы менеджеров, там, компьютеров хватает. Поэтому, когда я транслировал после 10 часов, когда все уходили, это еще было хоть как-то. Но сегодня с 9 часов до 10, там, блядь, 4, 5, 6, 7 компьютеров сидят
на 5 мегабитах всего. Кто-то что-то делает, и там, естественно. Плюс еще я не удивлюсь, что там еще у его тучи народу подсаживается куда-то. Поэтому такая шляпа и получается. Вот. Блин, надо тоже заново побриться, вот так плечи шире смотрятся. Да. Пароль ведь только для персонала. Пароль вообще на самом деле только для Вани. Вообще пароль только для меня. Ну, блять, откуда его все узнают, я не знаю. Его узнать-то легко и просто. Зашел в компьютер, посмотрел. Переходи на Йоту и с нее транслируй. Йоту в подвале. Носок или этаж. Я бы уж давно перешел бы. Рибай стейк для ожирения не вредно? Рибай? С чего это он вредно? Я себе рибай. Взламывают тебя с вайфаем-то. Ну, не знаю, что они там делают. Йоту ставь на крышу с роутером и кидай провод. Да, полезь на крышу. Ну, кстати, как вариант, можно протянуть. А как? Не, можно закрепить йоту. Провод куда кидать? Провод. А провод, сигнал не потеряется. А сколько надо жарить, слушай? Ботва вообще получается ужасная. Ну, хары и все. Все размазывать. Нет, пусть это сейчас вода вся выйдет. Пиво с БЦА можно употреблять? Пиво? Угу. Вообще нормально. Пивайся. А вместо рыбки БЦАшки. БЦАшечку. Только БЦАшки можно в соль еще макать, знаете, вообще огонь. Вообще. Солененькие БЦАшки. Спроси у мужчины, что нужно есть для роста массы. Спроси у мужчины. Что нужно есть? Как можно больше всего есть. Углеводную пищу, да? Да, всего. Просто много есть. Много, премного есть. Что-то с овощами как-то подъёбнуло. Короче, понятно все. Чё? Чё там? Как-то не очень так. Выглядит сексуально. Не очень. Выглядит. Не очень сексуально. Не очень сексуально. Ну, жир не есть? Жир. Правильный жир. Рыбий жир надо есть. Да, что-то это как-то выглядит. Я узнаю у знакомого по поводу интернета у вас и дам знать Ване в ВК. Хорошо. Может, найдем какое-то решение. Ну, серьезно, занятие днем зал БЦА. Че-че? Так, непонятно, как-то написал. Вечером пиво с креветками. Это мешает? А, сначала он залом занимается с БЦАшками, а потом вечером он пиво пьет с креветками. То есть это как? Ну, не знаю. Ну, это как смотря вообще? Сколько пива. Ну, каждый там, день, что ли, ты пьешь? Каждый день, если это там и каждый, по литру, по два, то это, наверное, не очень хорошо. Пиво замедляет метаболизм. Вообще пиво это, от него живот растет. Кто сказал, что от пива живот растет? Пивное пузо. Пиво от пива нихуя не растет. Пиво на самом деле полезно. Пивные дрожжи и там прочее. Только полезно оно в таких Умеренных количествах. Вот именно. А когда люди пьют его каждый день, пьют, и под живот не от пива растет, по 6 бутылок. А от того, что они жрут под пиво. Слушай, я же говорю, душарится. Надо было весь пакет стирать. Да зачем пить, когда занимаешься? Вот именно. Да. Лучше творог есть на ночь. Да. У мужчины какой жим. Ну, вообще как бы пахнет чем-то. Бачка или меня. Баклажан. О, у нас же баклажан есть. Баклажан. У нас еще есть баклажан. Есть. Лада седан. Слушай, там рыбий. Баклажан. Баклажан. Слушай, мне кажется, он уже хорош. Прошло там 25-30 минут. Минут 30 прошло, нет? Кто засекал время? Ну ладно, пусть она чуть-чуть. Всю жизнь он занимается. С детства. Слушай, знаешь, что? Стопудово все ужарилось. Как работает творог? Говорят, что перед сном надо есть. Ну не перед сном, а... После тренировки. Поел творог и через минут 15-20... Потом... Какой жим у тебя? Спроси, плиз, метр. Какой жим? Я люблю сиськи жать.
Как ты относишься к тяжелой атлетике? Да никак не отношусь, я этим никогда не занимался. Чё, блядь, тут овощей у нас сегодня будет скудно. Ну как-то... Я же говорю, надо было всю жарить. И чё, ты всё бы пожарил и всё бы выбросил? Было бы побольше, нет. Я имею в виду побольше было бы, что съесть. Тебе хватит? Да. Ну пахнет ничего так. Пахнет ничего, да. Вроде съедобно. Как-то это немного их тут. Я про Гостюнина не буду ничего спрашивать. Вы надоели с этим Гостюнином. Как он мне надоел? Я его сама найду и прирежу где-нибудь. Ты там что, борешься с Гостюнином? Да бесит меня уже эти вопросы. Гостюнин, Гостюнин. Че мне этот Гостюнин? Провокация. Че мы это? Свечку держали, что ли? Что хочет, то пусть и делает. Провокационный вопрос, так. На ночь много вредно есть, да? То есть что... Ну, а мы вообще вредной пищей едим всегда. А мы это самое... Мы немного едим. Мы очень много едим. Да. Много вредно, а очень много не вредно. Да. Слушай, как думаешь, готово? Блять, или я... Мне кажется, нет. Может быть, чуть-чуть еще стоит. Наверное, держать. Да. Давай еще чуть-чуть. Как-то, блядь, это... Я просто на маленьком огне. Пусть еще минут пять. А, я шутя. Ну, чё? Не шутите так с чё, нами. Чё шутя? По поводу вредно на ночь есть. А? Ну, куда пошел? Далеко? Я... Ушел куда-то, а? Хомяк, хомяком все в порядке. Чё это он обиделся? Он не обиделся. Попробуйте эти овощи вообще. Что-то съедобное. А то, может, придется огурцы. Что-то мне кажется, что я не буду их есть. Не будешь их есть? Да. Мне кажется, будешь. Я вообще как-то к овощам жареным не очень. Ништяк. Да, солененькие? Да. Так мало, надо было это всю делать. Ну ничего, на два раза растянули зато. Ну, по-моему, чуть-чуть не дожарил, но нормально. Морковка. Тебе моркови много слишком. Ну, вообще-то, да, я так тоже подумала. Ты можешь еще взять морковку? Не, нормально, кстати, тебе говорю. Вообще огонь. Так, меня здесь не видно. Я буду слушать. Ку-ку. Что там пишут? Вкусно, наверное. Вкусно, да. Все захотели тут. Овощи. Какой вид спорта? Железо, сам человечек тяжелый, он знает. Слушай, не знаю. Ты что так издеваешься над моей елкой, а? А что с ней? Что с ней? Зачем ты ее сюда запихала? Я еще разделила тихо, ее. Тихо. Ты ее расчленила? Она расчленила мою елку. Так и надо ей. Офигеть. Зачем ты расчленила мою елку? А что она будет стоять там? Прикрой дверь чуть-чуть. В комнате. Бедная елка. Она дура какая-то. Это кто дура? Что? Не знаю. А кто дура? Ну скажи, давай, еще раз повтори, кто дура? Вот что значит, девушка появилась в доме. Нет, Ваня дышит свежим воздухом. А так бы стояла и до следующего Нового года, вот именно. Я просто помогла ей. Ну, стояла и никому не мешала. Ваня дышит свежим воздухом. Ему жарко стало, он же говорил об этом. Конечно, косячок пошел долбить, да. Ну где ты там умник, кто меня там обозвал дурой? Давай, напиши еще что-нибудь. Я жду. Хочу послушать тебя. Ты что, показываешь себя? Нет. А? Еще бы я себя показывала. А что ты показываешь? Да, пусть смотрит на овощи. Ты такая злая, я думаю. Я не злая. Ты я злая. Справедливая. Ты злая. Нет, я не злая.
Третий. Я не злая. Злая. Странная? А в чем я странная? Вот я так вообще удивляюсь, что я странная. Что елку запихнула на эту, убрала. Кого снимаешь? Стол снимаю. Стол? Зачем? Ну вот тебя буду. Ну, стеснительная. А, ну это странность, да? В наше время это такая странность. Стеснительная я. Почему? Ну вот пишут, что я странная, потому что я стеснительная. Разве я стеснительная? Ну, бывает ты иногда. Ты злая. Да вообще. Ты злая вообще. Я вообще не от мира всего. На самом деле, я вообще с другой планеты. Ёлку нормальные люди убирают 9 мая. Да. А ты зачем так рано убрала? Опа. Надеюсь, я тут не сам... Всё, рыбку вытащили. Ну, пойдем посмотрим, что там. Девушка должна быть стеснительной, ничего плохого в этом нет. Я считаю, правильно, скромной. Скромность украшает. Тем более в наше время это большая редкость. Да, да, да. Так, мне кажется, тут неудобно будет. Выкладывать. А почему мужик готовит? Потому что ты спросил. Он постоянно готовит. Я вообще ничего не делаю. Вообще. Не говори нормально, это неприлично так ёрничать. Да я просто стебусь. Мужчина, да, умеет готовить, а лучше готовить. Не умеет готовить Ксюша, да? Вань, скажи, не умеет. Так. Проводит. Че? Проводит семинары. Проводит. Дай-ка я лопатку возьму. А где? Лопатка? А, вон. Лопатка тут. Я оператором работаю. И монтажером. Моя жена не умеет готовить. Какой спортзал, какой город? Инферно фитнес, город Москва. Тебе не нужны лимоны эти? Нужны. Нужны? Я ничего не буду показывать. Чего? Человек, который меня назвал дурой, хочет, чтобы я его себя показала. Так как его забанишь? Да, я просто хочу поржать над ним. Чего мне его банить-то? Со сборной России кого-нибудь знаешь? Какой сборной России? Почему? Не знаю. Сборная России чего? Большая рыба для девушки. Нормальная рыба. Я много ем. Ты страшненькая мне пишет. Да. Поэтому не показывает тебе, да? Угу. А, блядь. Большой рыбий рот радуется, желудок тоже. Не знаю, честно, вы сами спросите. Чего? Программа для тренировок пишешь кому-нибудь? Нет. Ночной кулинарный канал, да. Под названием «Ночной дожор». «Ночной дожор». Угу. Вот, видали? Вот она. Здорово. Готовым с Водяновым. Да, мне кажется, тебе нужно на канал заливать. Да там зальют уже, завтра все будет. С Кокляевым знаком? Знаком. Или Клоковым? Клоковым нет. Соусы не будет. Так, это самое. Вредно на ночь соусы. Слушай, чай надо, да?
будешь чай? Ну, надо выпить. Выпить и закусить. Да. С подрывку. А что тебе еще показать? С кем ты там собачишь? Да просто вообще, ну, потом скажу. Ну, тогда... Ой. К сожалению, я не смогла тебя забанить. Давай напиши еще что-нибудь, умник. Слушай, пока. Не надо себя так вести. Потому что пишет всякую... Ну ты же не он. Зачем ты так отвечаешь? Я это с тобой не успеваю. Ты знаешь, есть такая мудрость. Не стоит спорить с идиотами. Да иначе, все уже, он в бане. Иначе вы опуститесь на их уровни. Но я же его не оскорбляю, там, ничего. И там они задавят вас своим авторитетом. Того я забанила. Я, короче, не успеваю за ванной, поэтому я буду снимать стол. Спасибо. Спокойной ночи, спасибо большое. Да, очень вкусно выглядит. Особенно, когда хочешь есть дико. Я думаю, огонь вообще. Огонь. А по-другому у тебя не бывает. Там хоть есть кто живой еще? 64 человека. О, нифига себе. Скиньте с балкона остатки. Ну вы что? Скиньте с балкона? Там уже ждут. Так, ладно, давай сюда. Пока нет, пока не муж. Торт уберу. Ну, будет скоро, да? Давай. Только не снимай. Почему? Ну, ну вот, показывайся теперь. Вот ты, девчонка, с кем ты тут собачилась. Ой! Блин, ноги вообще после тренировки болят адски. Да. Чего? Покажи девочку. Покажи девочку. Мальчика вам не показать? Разве я злая? Там не видно? Да показывали же рыбу только что. Рыбу надо теперь есть. Чё, народ? Вы не против, если мы поедим? В смысле, ничего не видно? Что с каналом? Смотрите видео на канале. Уже два ролика там. Сейчас заточим овощей. Не проблема. Спасибо. Я как-то разучилась есть перед камерой. Да? Да. Слушай, овощи прикольные. Жареные. Да. Спасибо. Давайте что-нибудь интересное на тему поболтаем. Пока едим. Ну да, ничего. Не, нормально овощи. Ну чуть-чуть надо было дожарить их еще. Спасибо. Смотри, сколько у меня морковки. Где борода? Борода улетела в никуда. Она вкусная, ешь. Как корабли бороздят просторы космоса. Блин, 2 часа ночи, походу. Народ не спит. Народ вообще бодрствует.
Надо будет сидеть. Донабол. Мы про донабол здесь не говорим. Почему о спорте? Мы обо всем просто, ну, нормально что-нибудь такое. Конечно, есть в России Федерация бодибилдинга. Их даже несколько. Сегодня день рождения Гагарина был, оказывается, нифига себе. Вчера был. Я праздники на самом деле не знаю. Мне бы не забыть еще в пятницу про праздник. У нас кое-кто в пятницу постареет на год. Да? Угу. Совсем старый станет. В пятницу день рождения у Ксюхи. Если что, напомните. Да, если что, напомните мне, ё-моё. У вас хорошая память. Чтобы я не забыл. Привет, привет. Пятница, 15-е. Чё, как? А, ты рыбу еще? Спасибо. Рыбу еще не начинала? С наступающим мне еще никогда не поздравляли. С наступающим. Только с Новым годом. С наступающим днем рождения тебе. Все, 18 уже будет. Да, да. Начнет. Скоро ей 18 будет. И меня не посадят. Поэтому мы сейчас пока только смотрим друг на друга. Я жду 18-летия. Мы нормально. Возраст согласия 16 лет. Да? То есть 16 исполнилось, и можно это чик-чик делать, да? Закон. Законно можно чик-чик делать, да? Не бояться, что посадят. Блин. А что ты мне тогда сказал, что с 18? Чуть. Мы ждем, пока Ксюхе 18 исполнится, ё-моё. Я уже тут 3 недели извожусь, не могу. Как рыба? Есть. Рыба вкусная очень. Да, еще 2 дня осталось потерпеть всего лишь. Рыба вообще огонь. Ребят, тема про хруст в суставах. Она вообще как бы никем не раскрыта и никем не закрыта. Это такая тема, что хуй его знает, от чего они хрустят. На моей практике много людей было, клиентов, у которых хрустят суставы. Идут к врачу, делают рентген, делают там снимки. Все нормально. Вот все нормально. Абсолютно здоровый сустав. Но, сука, хрустит и щелкает. Как с этим бороться, я не знаю. Если вам кто-то скажет, может быть, какой-то дельный совет, но я просто не знаю. Честное слово, очень часто с этим сталкиваемся, очень часто задается этот вопрос. Ну что можно человеку вот реально посоветовать? Сходи к врачу, сделай снимок. Посмотрим. Делают снимок. Ничего нету, все здоровый, нормальный сустав. Как с этим бороться, хер его знает.
Всякие глюкозамины, хондроитины в этом случае не помогают, проверено. Человек начинает пить, как щелкал, так и щелкает. У Вани на странице в семейном положении есть. В семейном положении? Угу. На моей странице посмотрите, в кого влюблен Водянов Иван. Угу. Так, наверное, проще объяснить, да? Ну да. В зал Инферно. Я никого не добавляю в друзья. Там уже, блядь, столько это самое, этих заявок. Мне просто там целый день тыкать надо. Смысл какой? У меня там почти уже заполнено это все всякими друзьями. Лимит уже. Культуристом быть. Да это не сложность, это образ жизни. Если культурист, это образ жизни уже. По-другому никак. Ты не будешь культуристом каким-то успешным, если это не будет твой образ жизни. Невозможно. Для меня культуризм — это уже вторая работа, вторая профессия. Блин, по-моему, можно зайти вообще просто с любого аккаунта, посмотреть мою страницу, и там вся информация есть. Или не, может быть, я ошибаюсь. Посмотрите у меня в друзья Ксения Сапарова. Правильно? Или нет, как ты там? Романова. Ксения Романова. Ну, там, наверное, Ксения Романовых миллион. В моих друзьях посмотрите Ксения Романова. Ксения Водянова — это моя дочка. Ага. Ха, мне сегодня ребенок скриншот прислал ВКонтакте. Дочки уже пишут, почему папа видео не выкладывает с Таиланда. Угу. Я думаю, охереть. Уже ребенку пишут. Офигеть. Сейчас я поем, потом заценю бицуху. Сейчас я поднаберу чуть-чуть массы. Рыбу доем, а то она маленькая, пока сейчас она поднарастет, пока я поем. А потом покажу вам баночку. Да? А пока не поем, я маленький. Я всегда маленький. Спасибо. Я не прибедняюсь. Mm. А что ты кожу не сняла сверху? Надо было так ее все. А потом, ух, класс, удобно было бы. Я маленький, на самом деле. Я всегда, мне кажется, что я самый маленький. Кто, Ксюха подобреет? Поест. Ну что, я злая? Водянова Наталья — это моя покойная жена. Спасибо. Так.
Я уже до второй половины добрался. Да, сегодня у нас дорада на ночь. Белая рыбка очень-очень вкусная. Прям белое нежное мясо. Крутейшее. Аккуратней там. У меня вчера на ночь творог был, по-моему. Не у меня. Вот. Ну, на утро уже. Ну, почти на утро, да. Подожди, мы что-то ели, а потом еще творог. А что ты овощи не поел? Мне наелась. Ты? А нет, ты... мне не понравилась морковка. Испортила все, лучше бы я себе все сделал. Блять, вот первый раз слышу за свои 35 лет, чтобы творог поднимал инсулин. Ёбана в рот. Что такое откуда придумаешь? Откуда такие, блядь, знания? Откуда? Откуда просто? Опять какой-нибудь тренер, блядь, сказал в зале. Не, ну в интернете написано. Блять, в интернете написано хуже, чем на заборе написано. Пиздец. Откуда, блядь, творог поднимает инсулин? Откуда? Блин, Довер говорил, блядь. Не знаю. Может, я... Они так правильно поняли что-то? Я боюсь, что да. Вы, скорее всего, перевернули или вам кто-то перевернул. Может быть, из контекста просто вырвали. Почитайте, что поднимает инсулин. Посмотрите состав творога. Есть ли в твороге то, что поднимает инсулин? И ответьте на свой вопрос. Блять, Костя. Да, я сегодня смотрел новый ролик Немагии. Знаю про Немагию. Я тоже 400 грамм творога ебашу на ночь, у меня все гуд. Почему дурацкий канал Немагия? Но ребята сегодня поныли там. Бедняжки, зависть их грохнула. Аж прям как больно было смотреть. Бедные ребята. Они так стараются, так вкладываются. Такие у них затраты там, постановки. Просто нереальнейшие затраты на съемки ролика. А какие-то, блядь, долбоебы снимают своих детей, и у них в миллиард раз больше просмотров. Немагия, это так задело, просто пиздец. Я смотрел, прям слезы на глазах у них там. Бедные ребята. Сейчас, блядь, довыделываюсь, они на меня что-нибудь запилят, нахуй. Да, я вот тоже, блядь, 15 лет ем, или сколько там, блядь, 17, блядь, 15 точно, творог на ночь ел, хуяк, все, блядь, пиздец, все пропало, блядь, он же инсулин поднимает, все, блядь, как жить дальше, хуй его знает, как теперь готовиться, блядь, что делать, ебан, все, в пизду завязываю, ребята, больше соревнований, я не готовлюсь, пиздец. Ой, блядь. Вся жизнь под откос пошла. Вся жизнь под откос пошла, блядь. Зря все было. Все, ребята, расходимся нахуй. Творог
повышает инсулин. Теперь нам не по пути. Все. Я завязываю с бодибилдингом, теперь от меня толку никакого нет. Не ждите меня на сцене. Все, я пойду в такси работать водителем, блядь. Больше из меня жрать в Макдональдсе, блядь. Эти как его. Булки. На завтрак там, ночные заезды в Макдональдс. Да, на Хаммере, блядь. Вип-такси пойду. Нет, на Хаммер не возьмут. Он старый, блядь. Там машина новая нужна. Придется продать Хаммер, купить какой-нибудь Deus Solaris там или что там. Deus Solaris. И все. И пиздец. Или Hyundai Matiz, да. Да творог всю жизнь, блядь, перевернул. Ёб твою мать. Блядь. Какой-то сраный творог, который, блядь, 15 лет ел на ночь, практически каждый день перевернул всю мою жизнь. Все, ребята, я с завтрашнего дня таксист. Ебучий творог. Не вздумай есть творог. Все, выкинь нахуй весь. С балкона кидай его. С балкона, блядь. Хуярь его, блядь. Ребята, да, как жить-то, блядь? Жизнь больно. Как жизнь? Я говорю, пацаны, все, сворачиваем нахуй. Идем в этот, в Яндекс.Такси и жрем, блядь, в Макдональдс нахуй. Нахуй, все, пизда карьере. Спасибо. Да, хули делать. От чего ушел, к тому и пришел. Опять в таксисты, блин. Да, с творога гипогликемия придет теперь. Блять, так придет, что нахуй трусами не отмахаешься. Блин, вот черт, а. Ебаный в рот, нахуй я столько гормона роста закупил. Куда теперь его девать? У меня еще там целый ящик, блядь, всякой хуйни. Эх, жизнь, боль. Кого делаем? Трансу? А, трансляции? Да каждый день. Пойду гормон роста в окно выкидывать, блядь. Где там это? Кто там поблизости живет? Савицкого 16, третий под, второй подъезд. Пойду гормон выкидывать. Это самое, ребят, я извиняюсь. Простите, пожалуйста, за нескромный вопрос. А полкило дорады не повышает инсулин случайно? Не знаете? А то, может быть, мне пиздец сегодня ночью. Гипо убьет. Ты стебешься. Может, попрощаемся сразу заранее? Нет, ну дорада-то ладно. У меня тут просто в чае еще 200 грамм сахара. Просто мне пиздец. Завтра мы с вами больше не увидимся. Сядем номер и наберем. Я не ем желтки вообще. В принципе, можно есть. На массе, я думаю, можно. На сушке бы я не стал вообще экспериментировать с желтками.
Да. Вы, кстати, видели, сколько я сахара бухнул? Все, я сдохну скоро. Не, все, творог есть нельзя, ребята. Мы сейчас выяснили. Творог, не вздумайте есть творог, иначе пиздец вам. Не вздумайте есть творог. Все. Блядь, просто срочно пересмотрите трансляцию. Кто не был на трансляции в ближайшие 10 минут, не вздумайте есть творог. Пересмотрите трансляцию и потом поймете. Не, я серьезно говорю. Все, нахуй. Никакого творога. Никакого творога, ребята. Берем полпачки птичьего молока с халвой. И никакого творога. Вот от птичьего молока с халвой никто еще не умер. А вот от творога, я смотрю, что-то часто стали культуристы загибаться, блядь. Нет. Вот. Ложкой. Ложкой? Блядь. А, ложкой. Нет, надо ножичек. Ну, блин. Сейчас я руку помыл, рука у меня. Вот. Так что не вздумайте творог есть. Вот. Вот полпачки птичьего молока на ночь вообще не вредно. Вот так вот. Видели? Реально, реально. Но если не верите, я вам целую покажу. Здесь просто без этикетки. У меня запасов много. Видите? Птичье молоко с халвой. Я все скупаю. У меня тут их целый холодильник. Ай, блин, там еще, по-моему, кусок этого остался. Вован, который привозил. Да. Еще осталось. Целых два, по-моему. Два кусочка, да. Только Линдоверу, пожалуйста, не говорите. На самом деле, это каждую ночь происходит по полтортика. Ну, видать, от творога, Линдовер. На самом деле, я к нему отношусь очень с уважением. Я надеюсь, из этого видео не сделают какой-то гадский ролик, не повырезают всякую хуйню. Я к нему очень хорошо отношусь, его очень сильно уважаю. Он очень крутой чувак, очень много знает. Да, я знаю, поэтому я и злое с ножа ем. Как девушке накачать пресс? Можно вообще не качать, просто избавиться от лишней жировой прослойки на животе, и у вас появится пресс. Достаточно правильно питаться. Если тело не поднимается. Если тело не поднимается, тот пишет. В смысле, тело не поднимается? Как? Правильно питаться надо, как? Ну, не так, как я это делаю сейчас. Нет, не надо ебашить 1500 подходов на пресс. Долго никакого не будет. Ой, что мне жарко. Знаешь, кубы на прессе? На животе? У девушки, да. Прям такие кубики. Ну, прям такие кубики не нравятся. Очертания легкие нравятся. Чем ты заниматься любишь? А? Сексом? Он тебя несет. Чем девочки любят заниматься? Что вы глупые вопросы задаете, ё-моё? Да, глупый вопрос.
Гина началась с творога. Вот это вообще 5 баллов. Огонь. Блядь. Сука, я думал, я тут угораю так по-нормальному. Там народ вообще жгёт. Фу, я наелась. Блин, так, сейчас. Блядь. Так, хватит, убирай творог. Все, а тут Гина придется вырезать. Мы во сколько встаем? Где-то в час, в два. Так, я обещал баночку показать после того, как поем. Вот. Блять, какая-то она хуёвая. Сейчас телефон возьму получше. Вот, блять. Ёб твою мать. Свет хуёвый. Может, тебя снять? Свет дерьмовый. Качество херовое в банке. Ой. Мне кажется, нужно мусор выбросить сегодня. А то рыба стухнет, это будет пить. Сейчас посмотрим. Блять, да тут свет херовый, на самом деле. Может, с этой стороны получше будет. Во, вот тут вот покачественнее, смотрите. Во, все. Обещание выполнил. После творога обязательно ПКТ. Полная чистка организма. Вот. Вот. Чего, котики свои показываешь? Угу. Пока еще живы. Да я не спорю, я вообще до ваших бабушек мне еще далеко. И я не спорю. Респект и уважуха вашей бабушке. Ну все, теперь про творог они будут говорить день и ночь. После творога ни в коем случае нельзя делать секс. Иначе во время секса может наступить гипогликемия резко, причем у обоих. И у вас не будет шанса просто откачаться, потому что вас обоих накроет. Вот. Не вздумайте просто заниматься сексом в течение суток после творога. Иначе если вас ёбнет обоих, вы в такой позе и... И в коме. Так вас и заберут. После творога никакого секса. Да, прекрасная смерть. Блин, информация только для вас. Вообще. Закрытая информация, секретная. Ну, вообще, как бы, если смывать желтки в унитазе, то можно карму немножко свою почистить. И тогда эффект творога понижается на некоторое время. Поэтому нужно регулярно смывать не менее 10 желтков, чтобы очищать карму. И тогда, возможно, наступит время, когда вы после творога сможете заниматься сексом. Но имейте в виду, что желтки нужно смывать... обоим, вдвоем. Если один кто-то не смывает, не будет работать. Блять, у нас какой-то... Слушай, классные овощи были. Там, походу, грибы были вообще. Вы думаете, что я там на сковородке жарил, блять? Овощи, что ли, ёпте? Да, это грибы были, блять. Жареные. Вот. И на балкон я тоже ходил подышать свежим воздухом. Кальян я не курю. Будешь? Да сейчас. По жопе. Да? Да. Научишь. Училка еще не выросла. Учить меня кальян курить. Жопу надеру сразу.